Выходим из 1959 года и посмотрим еще. Вот здесь, кстати, это же, Сергей Валерьевич, стена настоящая? Вот да, это. Да. Ну, мы ее это, подреставрировали, настоящая. А какого вообще года это здание? Ну, в 1903 году аптека уже работала. Ну, может быть, года два ее строили. Я думаю, что мадам Крюгер, хозяйка таинственная этого здания, она появилась неведомо откуда. Мы только расследовали, что она приехала из Томска и что она была снохой томского пивовара Крюгера, Крюгера, Карла Крюгера. Это вот, вот этим кирпичам больше века. Да, да, да. Наш музей резко отличается от других музеев громадным количеством необычных, загадочных предметов. И под большие группы мы их вот здесь именно сконцентрируем. Например? Сконцентрируем. Например, мухоловка, блохоловка, кружка для того, чтобы усы не замочить усатым мужчинам и так далее. Их море у нас. Ну. Нет. Вообще вот основная масса у вас экспонатов каких годов? То есть это как, ну, вы знаете, какое время? Мы назвали музей «Мир времени», чтобы ни от чего не зависеть. Ни от эпохи, ни от времени, ни от страны. То есть не только Россия. Не только Россия и не только Алтайский край. Вот краеведчики шутят, говорят, мы вот краеведы, а тебя как назвать, мировед? Вот, я говорю, ну, я родиновед, мне очень нравится родиновед, когда родина – это маленький земной шар. Вот.